Tamam, sen onları bana bağışla. Nerede benim evlat? Bir şey de becerme Hasan. Herhangi bir iz bulan hemen beni arasın. Cenazenin başından ayrılmayın. Gideceği yere ben götürseydim. O zaman bu kaza olmazdı. Dilan! Barış. Seni de, bebeğimizi de burada bırakmayacağım. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Бэрон отдал свою машину Дилану и покинул особняк на другой машине, с Диланом произошло то же самое. Бэрон немедленно приезжает на место происшествия после криков Дилана по телефону. Ища Дилана в машине, он говорит: «Боже, прости их». Когда госпожа Сабиха получает эту новость, она со слезами спрашивает: «Где мой ребенок?» Что он узнал от Джавахира, так это того, что он в гневе бьет по столу и кричит в черту что-нибудь: «Хасан». Когда госпожа Сабиха приходит в особняк и смотрит Хасану в глаза, она буквально поражает его своей внешностью. Бэрон и почти все жители особняка приезжают на место происшествия и начинают искать Дилана. Бэрон говорит: «Если кто-нибудь обнаружит какие-либо следы, немедленно позвоните мне». Затем он приказывает мужчинам не покидать похороны. Пока Дилан гуляет по лесу, слабый и бездушный, баран злится и кричит, говоря, что если бы я отвез его до места назначения, то этой аварии не произошло бы. Он кричит: «Дилан, в лесу». Дилан держится за живот и слабо говорит: «Баран». Баран кричит: «В лесу», и говорит, что «Я не оставлю здесь тебя и нашего малыша». Дилан чувствует слабость, держится за живот и падает на землю. Затем он пытается мотивировать себя, говоря: «Ты будешь сильным ради моего ребенка». Пока Фират и Гуль ищут Дилана в лесу, Фират говорит Гулю, что такова жизнь, и Гуль грустно качает головой и соглашается. Джихан тоже кричит: «Тетенька, в лесу». Тем временем Дилан не может идти дальше, падает под дерево и теряет сознание. Фират продолжает свою речь и говорит, что в любой момент может пошутить. Хотя Бэрон говорит, что чувствует, что что-то происходит, он находит шарф Дилана и берет его в руку, пока господин Кудрет находится рядом с ним. Господин Кудрет говорит, что это Дилан. Пока Бэрон задается вопросом, мертв ли он, на его глазах наворачиваются слезы. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.